Всем привет! Сегодня у нас разгрузился контейнер, свежая партия без пробега техники японской. Различные модели в различных комплектациях. Те, кто не успел купить в сезон технику в хорошем состоянии без пробега за доступные деньги, как раз сейчас появилась такая возможность. Различные модели: двухтактные, четырехтактные, карбюраторные, инжекторные версии, принудительным жидкостным охлаждением, воздушное охлаждение, всякие разные модели. Вот поэтому пишите, звоните, интересуйтесь. Обрешетка бесплатная, дорогостоящая. Доставка будет стоить недорого. До Москвы за 2000 рублей доезжает. Моделей очень много различных. И трехколесные, и двухколесные также. Техника только выгрузилась, частично разобрана. Все детали в комплекте будут. Очень большой ассортимент. Также еще и с прошлой партии есть в наличии почти 200 единиц беспробеговой японской техники. Лида давно 50-кубового двухтактного не было в таком состоянии прекрасном. Эдрейсики очень редкий цвет, много кто за таким гоняется, яркий, насыщенный. Такт 51 есть в потрясающем состоянии, 30-й, 31-й такты есть. Цвет, конечно, не самый ходовой, но все же он там черный есть такт. Джоги инжекторные, трехклапанные, 36 и 39 есть в потрясающем состоянии. Вот такого жидкостник трехклапанный. Z4 есть четырехклапанные инжекторные. В нынешнее время одни из самых ходовых инжекторных. LS4 тоже есть в очень хорошем состоянии. 34 и 35 Honda Dio. Даже ZX есть. Guru Up, Guru X трехколесники, даже вот в таком редком черном цвете пришел тоже. Сесты, багажники передние откручены, чтобы при перевозке не повредились. 62-е, 68-е инжекторные, LEDS 2, LEDS 2 New, все есть в большом количестве. Даже 27-е есть в очень уже на сегодняшний день редком состоянии. Вот можно проанализировать, 27-я стоит. Больше 25 лет, где-то лет, наверное, 27, наверное, я на года 94-го, 93-го. Это все защелкнется, состояние просто огонь. Три четверочки, вот такие вот иногда при перевозке протертости тоже бывает, прям под ножкой протерло соседнего скутера. Трехколесники в хорошем состоянии, особенно те, кто любит вот пожирнее шину для грязи, внедорожный вариант, прям отличные аппараты. 68-е с разными пробегами есть. В этом году 68 был дефицит огромный. Вот такие красавцы приехали. Заливай бензин, заводи, езжай. Большой ассортимент. Поэтому те, кто не успел, подготавливайтесь к следующему сезону. А у кого-то он еще и не закончился, можно брать. Спасибо, что смотрели это видео. Всем всего доброго. Всем пока.